Eu այսպես ուշադրություն, իսկական սենսացիա, Թուրքիայի ում նորի ծաղետներ են, մեր զոհերի անեծքներն են։ Ցեղասպանության զոհերի անեծքը Վանի գյուղերից մեկում քուն ու դաթար կորցրել են անհասկանալի պատճառներով տներեն այրևում։ Avraranews.am-ը գրում է. Վանի գյուղ Փնարգավառի Ուզուն Գետիկ թաղամասում անհասկանալի պատճառներով տներեն այրևում։ Ակունքների փոխանցման անհայտ ծագման փրդեհների գաղտնիկը ոչ մի կերպ չի բացահայտվում և հիստ անհանգստացնում է տեղի բնակիչներին։ Այսպես 2018 թվականին այստեղի Չլըկ կոչվող վայրում միանգամից 4 տուն և 2 թոնիր է այրվել, որի հետևանքով 2 տուն տանիկ անտուն է մնացել։ Հրդեհների ստուժած ընտանիքներից մեկը գյուղից 500 մետր հեռավորության վրա գտնվող մի վայրում նոր տուն է կառուցել, սակայն նոր բնակարանում նույնպես հրդեհ է բռնկվել։ Եվ այդ ընտանիքը ճարահայտյան նախկին տուն է վերադարձել։ Հրդեհի ստուժած բնակիչներից Նեջմեթին Սյոննն իհլագործակալության տխտակցի հետ զրույցում հայտնել է, որ վերջին օրերին իրենք անընդ մեջ հերթապահում են ձեռքներին ջրով լի դույլեր և որ այլևս հանգիստ չունեն։ Նա նաև հավելել է. «Մի քանի տարի սպասեցինք մեր նոր տունը ևս սկսեց այրվել. Դրա համար Ստամբուլ գնացի մի խոջայի մոտ, վերջինս ասաց, որ հրդեհը կդադարի, մինչև առավոտ չենք կարողանում քնել, ձեռքներից ջրով լի դույլեր հերթապահում ենք, որ հատվածը սկսում է այրվել, այդ կողմ ենք վազում, շատ անհանգիստ ենք, քուն ու դադար կորցրել ենք, մեր տունը օրական 6-7-8 որոշ օրեր էլ 20 անգամ հրդեհվում է, ինչ ունենք չունենք, ամեն բան այրվեց, ոչ մի բան չմնաց, հիվանդ երեխաներ ունեմ, քանի որ վախեցել են իրենց հարևանի մոտ եմ թողել, հրապարակման վերջում նշվում է, որ արտակարգ իրավիճակների մասնագետները մանրամասնորեն ստուգումներ են իրականացրել, բայց ոչ մի կերպ չեն գտել այդ անհասկանալի հրդեհների պատճառը։ Թուրքական աղբյուրն իհարկե նման ենթադրություն չի անում, սակայն հայ ընթերցողի մոտ ակամա հետևյալ միտքն է առաջանում. Իսկ գուցե այդ խորհրդավոր հրդեհի պատճառը հայոց ցեղասպանության զոհերի անեծքն է։ Здравствуйте, дорогие друзья. Вот в последние пару дней происходят очень непростые события. Мы все смотрим за происходящими событиями в Москве, да и вообще не только в Москве, а в Армении и в Азербайджане, и понимаем, что предстоят какие-то очень тяжелые времена. И вот на фоне происходящих событий в Москве, значит, когда избивают по этническому принципу, собираются там группы азербайджанцев и по этническому принципу избивают армян, причем людей уже в преклонном возрасте, достаточно там за 60, за 70 лет, это наводит на определенные мысли и, соответственно, включаются определенные параллели. И вот сегодня, честно говоря, я заметил в Фейсбуке, в социальной сети Фейсбук, комментарий нашего уважаемого друга Александра Лапшина, и, безусловно, стало интересно мнение Александра на вот те происходящие события, потому что Александр непосредственно человек, который, ну, наверное, стал одним из крупнейших специалистов изучения психологии, значит, азербайджанских властей и вообще азербайджанского общества, не только в самом Азербайджане, но и в ней. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Грант. Александр, вот скажите, пожалуйста, вот вы в данной ситуации вот написали небольшой комментарий на эту тему, да? Расскажите, пожалуйста, для чего вы это сделали? И вообще, вот вы находитесь в Израиле, а как вам видятся события, происходящие в России? На мой взгляд, это все связано с событиями на границе между Арменией и Азербайджаном в Тагуше. То, что мы наблюдали на прошлой неделе, когда была провокация со стороны Азербайджана, которая получила должный ответ со стороны армянских вооруженных сил. Видимо, Алиев не получил то, что он хотел получить через эту провокацию, и он пытается каким-то образом компенсировать это на территории России. А если вдаваться в детали, то получается так, что затянувшаяся коронавирусная эпидемия во всем мире, она очень сильно ударила по экономике Азербайджана, как стране, которая добывает нефть, и которая примерно на 75%, чей бюджет состоит из нефтяных доходов, они очень сильно пострадали. При этом аппетиты клана, борющихся за, так сказать, нефтяной пирог, они ничуть не уменьшили. Поэтому ситуация обострилась, недовольство простого народа оно также обострилось, еще и вследствие очень серьезных коронавирусных ограничений, когда сотни тысяч азербайджанцев просто потеряли работу, потеряли доход, они заперты по квартирам, они живут в стране, которая просто погрязла в коррупции, полицейском беспределе, нарушении прав человека. И, в общем, азербайджанцы все сильнее и сильнее хотят изменений.
Соответственно, Ильхам Алиев для того, чтобы как-то сплотить нацию и отвлечь внимание азербайджанского народа от реальных внутренних проблем, он попытался это сделать посредством вот этой вот грубой и абсурдной провокации в Тануше. Но, видимо, как мы уже сказали, он не добился, чего он хотел, и теперь он решил каким-то образом сплотить азербайджанцев Азербайджана, свой собственный клан и азербайджанцев диаспоры. В данном случае речь идет про азербайджанскую диаспору в России. Да. Не секрет, что азербайджанская диаспора в России абсолютно не гомогенна, и вот эти от 3 до 4 миллионов этнических азербайджанцев, живущих в России, представляют собой самые разные и интеллектуальные, и бизнес, и культурные элиты. Далеко не все из них поддерживают Ильхама Алиева, даже сказал, большинство не поддерживают. Очень много этнических азербайджанцев вообще имеют очень отдаленное отношение к Республике Азербайджан, поскольку они, большинство из них, скажем так, уже родились в России, они фактически российские граждане, и они россияне. Кроме того, что бабушки или дедушки родились в Баку, или, например, Ленкоране или Нахичеване, больше ничего не связано с Азербайджаном. И, видимо, Ильхам Алиев считает, что этих людей тоже надо привлечь за кавказским конфликтом и сплотить их вокруг себя. Ну и, соответственно, он использует вот этот вот националистический подход вот для этих целей. Но, на мой взгляд, он совершает большую ошибку. Он недооценивает то, что Российской Федерации, и в частности президенту Владимиру Путину, абсолютно не нужны националистические и национальные разборки в настоящее время и вообще в принципе. То есть Алиев, сам того не понимая, бьет по национальным интересам России и бьет лично по имиджу президента Путина. И я думаю, что в какое-то время до Алиева донесут мысль вежливой формы или не очень вежливой, что так себя не ведут. Плюс он втягивает в свой конфликт таких людей, как, например, Глоб Ниссанов, который известный еврейский бизнесмен, и меценат, и общественный деятель, и человек, который очень давно живет в Москве, представляет горскую общину, и этого не должно было случиться. Я имею в виду ситуацию, которая произошла в Фуд-Сити, которая принадлежит Глобу Ниссанову. Мне трудно судить, чем руководствовался Глоб Ниссанов. Я предполагаю, что у него есть свои бизнес-интересы в Азербайджане, и каким-то образом он, возможно, стал либо жертвой шантажа, либо ему предложили что-то, от чего он не смог отказаться, как в хорошем плане, так и в плохом. Но это совсем не похоже вот на этого человека и на людей, подобных ему. То есть люди, которые заработали миллиарды, заработали уважение, заработали статус, они себя так не ведут. Это очень нетипично для них. Они никогда не совершают поступки, которые могут нанести вред их бизнесу и их имиджу. Ну а тогда как вы думаете?